«Согреем детские сердца» – эта акция проводится на Кубани дважды в год, накануне Международного дня защиты детей и Нового года, и проходит по инициативе губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. В рамках этой акции на минувшей неделе глава Славянского района Роман Синеговский посетил Славянскую школу-интернат и детский реабилитационный центр «Надежда». С подробностями Тина Копачевская и Михаил Варгулев. Накануне праздника Дня защиты детей воспитанники школы-интерната встретились с представителями местной власти. Глава района Роман Синеговский и председатель Совета муниципального образования Славянский район Григорий Литовко приехали, чтобы поздравить ребят. Приятно, что впереди лето. Дети должны наши отдыхать, оздоровляться, развлекаться. А задача взрослых – обеспечить этот отдых. Поэтому я вам желаю, чтобы вы хорошо отдохнули. Почетные гости приехали не с пустыми руками. Роман Синеговский вручил детям сладкие подарки и, самое главное, футбольные мячи. Главное, потому что воспитанники школы-интерната – большие любители футбола. Постоянно участвуют в соревнованиях и спартакиадах. По традиции, воспитанники школы-интерната встретили гостей творческими номерами. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня слить, команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Директор школы-интерната Владимир Селецкий рассказал гостям об успехах своих подопечных в учебе и спорте, а также о том, чем живет школа сегодня. Сейчас закончился учебный год. 24 мая, как по всей стране, у нас прошел праздник последнего звонка. Школу закончил 81 воспитанник. Из них на 4,5 школу закончила 21 ученик. Затем глава района отправился в реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда», в котором находятся подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Уже у входа гостей встречали его воспитанники, которые подготовили небольшую развлекательную программу и подарки, сделанные своими руками. Мы лето долго ждали, казалось, целый год. Все ждали, все считали, когда же оно придет. И вот звенят дубравы, зеленую листвой. В лугах цветы и травы кивают нам с тобой. Этот день получился невероятно добрым, душевным и трогательным. Посещать воспитанников школы-интерната и реабилитационного центра «Надежда» для главы района Романа Синеговского стало доброй традицией. Он пообещал, что обязательно будет приезжать, так как от взрослых зависит благополучие наших детей. Тина Копачевская, Михаил Варгулев, программа «События».